Твери определен участок, где построят дом для расселения жителей Морозовского городка. Земельный участок будет передан в аренду без проведения торгов. Такое решение было принято региональным Кабмином. Участок площадью почти 18 тысяч квадратных метров находится в Твери на улице Фрунзе. В непосредственной близости от будущих жилых домов расположена вся необходимая социальная инфраструктура, в том числе и детские учреждения. Планируется переселение 1170 человек из 458 квартир. Достойное место, мы считаем, с точки зрения расположения, релокации так называемой. Сегодня мы делаем этот проект исключительно индивидуально, с учетом квартирографии людей, которые будут переезжать из Морозовского городка вот в эти новые квартиры. Кроме того, это район, где имеется инфраструктура, хорошая транспортная доступность. Застройщик, которого мы хотели бы видеть, пока он еще не определен, это компания, которая должна иметь успешный опыт работы в этом направлении. Это должно быть правильное конструктивное решение с использованием современных строительных материалов.